Алишер Аскарович, спасибо, что пришли к нам. Наш проект называется «В поисках смысла жизни». И первый традиционный вопрос. Как, на ваш взгляд, в чем заключается смысл человеческой жизни? Для чего мы живем на этой планете? Смысл жизни в самой жизни. В том, что жизнь — это уникальный, абсолютно неповторимый дар, данный свыше, этот дар многогранен, это дар, который возрождается все снова и снова. Существует единство всего совсем, в мире все взаимосвязано. Он наполнен таким особой, особой энергией, особым свечением. Я бы назвал это свечением любви. Это очень тонкое свечение. И даже на плотном материальном уровне. В мире все взаимосвязано. Весь мир состоит из одних и тех же микроэлементов. Даже на субатомном, квантовом уровнях э, горы, земля, вода, растения, люди они отличаются только движением одного-двух протонов, может быть. Весь мир, все вокруг нас существует как единая целая живая энергия. И человек, на мой взгляд, который понимает это, который становится частью целого, единожды это восприняв, он полностью трансформирует свое сознание. И обретает себя как часть всего мира. И становится счастлив. На мой взгляд, возможно, главная задача заключается в том, чтобы отказаться от ложного своего ложного существа, своего ложного я, которое сформировано семьей, школой, обществом, историческим периодом на планете Земля, в котором мы находимся, для того чтобы вернуться к настоящему я, к своему громко скажем истинному я. И вот когда человек возвращается, находит себя, находит ся, ся себя, находит себя, свое истинное я, он обретает чувство свободы. Чувство свободы от страхов, от тревог, от беспокойств. Почему? Потому что чувство свободы, свобода — это доверие Богу. Надо доверить себя Создателю, который нас создал и весь мир вокруг. Вы говорите про доверие, довериться Создателю, высшей силе, энергии. Но, на мой взгляд, современному человеку в этом мешает страх. Ведь это очень страшно верить, так сказать, в лучшее. А вдруг не получится? Вот как вы думаете, откуда берет свои истоки этот страх? Истоки страхов, тревог и беспокойств — это Ложное эго человека. Это эго человека. Это ложное я человека. Человек, который считает, что внешний мир, его сосредоточенность на внешних объектах мира является для него самым важным, он критерием э, успешности своей считает социальное положение, власть, богатство, наслаждение и много других внешних объектов. Но человек, который сосредоточен на внутренней жизни, на внутренних объектах, он понимает, что все это приходящее. Почему человек бывает несчастен? Человек бывает несчастен, потому что мир и жизнь вокруг не соответствуют его желаниям. Человеку хочется, чтобы мир и жизнь вокруг соответствовали его желаниям, но этого не происходит, потому что человек отделяет себя от мира и от жизни. Мы часто слышим такие выражения, как вот жизнь проходит, годы летят, а жизнь проходит. Когда жизнь проходит, человек стоит в стороне от жизни, хотя никто ему не мешает возрождаться вместе с весной, расти вместе с летом радоваться плодам осени, зимой готовиться к новому возрождению. Это происходит в тот момент, когда человек перестает отделять себя от окружающего мира. Он прорастает в мир, мир прорастает в него, и это становится единая целая жизнь. Это рождает в человеке совершенно естественным образом, рождает чувство любви. Чувство милосердия, чувство доброты, потому что человек сам по себе рождается уже с этим чувством в сердце. Алишер Раскарович, мне бы хотелось услышать от вас несколько советов практического характера, чтобы наши телезрители, ну так сказать, знали, с чего им нужно начинать, чтобы измениться и стать лучше. Ну первый совет, он очень простой. чаще молчите практикуйте молчание практикуйте безмолвие внутреннее безмолвие внешнее тоже не помешает и это позволит вам собрать особую энергию особую силу которая вам позволит жить более полно и вы перестанете расплескивать себя на совершенно бесполезные вещи. Второй совет ⁇ развивать свою внимательность. Тонкость восприятия. Человек внимательный и молчаливый, в то же время общающийся с другими людьми, Человек внимательно никогда не упустит самое важное для него. То, что идет не на уровне слов, а то, что идет от сердца другого человека. Человек внимательный и молчаливый поймет рано или поздно, что другой человек — это его отражение. Он точно такой же, как и вы. И третий совет я бы посоветовал всегда оставаться в состоянии веры, надежды и любви. 24 часа в сутки, даже во сне, когда вы не будете выходить из этого состояния, мир начнет и жизнь вокруг. Начнут раскрывать вам совершенно неизвестные ранее и удивительные грани, удивительные краски, удивительные чувства, ощущения, и к вам начнут приходить. Идеи созидания, идеи жизни ⁇ настоящие живые идеи.